Привет, с вами я Тимур, и вы на канале Тимур Учи Роблокс. Сегодня мы получаем новые вещи Роблокс, и только что мне выдалась новая вещь, под футболка, на ивенте под названием NASCAR Speed Hub. Да, вот такая вот футболка. Вы ее получаете сразу при входе в игру, вот сейчас, в эти дни. И она выдается на 75-летие... чего-то там. Вот она выдается сразу вам при входе. Если вдруг у вас она не выдается сразу при входе, вы должны поиграть один раз вот в эту игру гоночную. Поиграть один раз, и тогда у вас она появится. Так. Давайте сейчас чуть покатаемся, чтобы выйти вот эти выход. И у вас тогда оно появится, когда вы покатаетесь. И вот, смотрите, вот так вот, сейчас, подождите, вот так вот выглядит эта футболка. Поэтому успевайте получать.